Привет. У меня есть знакомая, семейная пара, двое, муж с женой. Взрослые люди уже, сетевики. Знаю их очень давно. Встречаюсь с ними достаточно часто, регулярно. На примере этой семейной пары хочу показать вам, как ведут себя некоторые люди в сетевом бизнесе. Я затрудняюсь сказать, в скольких компаниях эти люди имеют контракт. В 10, в 20, в 40 или в 50 компаниях, не знаю. Но думаю, что цифры что-то в этом роде. Позитивные, полные энтузиазма. Радостные, возбужденные любой новой возможностью, возбуждающиеся, быстро вспыхивающие, точно так же быстро остывающие. Удивительно. Я работал в 4 проектах за 16 лет. Во всех проектах они мои были, конечно же, моими дистрибьюторами. Стоит только клич кинуть, а не тут как тут. С удивлением воспринимают информацию, без разговоров записываются, сколько бы это ни стоило. Я знаю, что они в тяжелом финансовом положении, у них полно долгов, но они всегда записываются в бизнес. Сарьяна начинает, с огромной энергией начинает действовать, тут же не откладывая. И точно так же быстро прекращает заниматься этим бизнесом. Ничего плохого о нем никогда не говорят, разочарований, недовольств не высказывают, просто идут по жизни дальше, ищут другую возможность. Иногда периодически они посещают меня дома, звонят, очень профессионально звонят, говорят о том, что у них есть для нас какой-то особый разговор, надо переговорить. Я заранее знаю, что они будут предлагать какой-то бизнес, но поскольку они люди свои, отказать я им не могу в контактах, в разговорах, они приходят, и мы с женой выслушиваем их в течение достаточно долгого времени, не рассказывают о каком-то новом удивительном бизнесе, о какой-то новой формуле стирального порошка, или о каких-то удивительных еще вещах, о запахах каких-то, об иностранных языках, о инвестициях, об обучающих программах. О чем только я от них не услышал. Причем они рассказывают страстно, убежденно, вдохновенно, сыплют фактами. Как-то у них это все ловко получается, они быстро осваивают все эти бизнесы. И совершенно не расстраиваются, не разочаровываются, если я говорю им, ты знаешь, я же не могу, я же работаю уже вот в этой компании, я больше никаких не работаю. Я всегда работаю только в одной компании. Не могу в двух. Как можно разорваться на две компании? Я не могу одновременно думать о дистрибьюторах этой компании, о дистрибьюторах этой компании. Надо определиться и работать. Ну, бывает, там ошибешься где-то, бывает, не туда ступишь. Ну, бывает, ну, тогда ты определись и, значит, исправь ошибки, найди компанию, которая тебя устраивает, и уже работай до результата. Далее, говоришь, мы понимаем, но вы понимаете, а как вот это, а вот как вот это. И когда я отказываюсь, они говорят, хорошо, но у нас есть для вас хороший товар. И вот у нас есть еще одна компания, которая производит вот такие замечательные ножи, может быть, вы ножи у нас купите. Не хотите ножи купить? Ну тогда у нас вот есть вот мыло классное. Значит, это мыло, особая компания, здесь особый запах, здесь особые ингредиенты, здесь особые... И они без всякого... разочарования, без всякого стеснения, без всяких комплексов, предлагают продукты разной компании. У них всегда с собой заготовлены флаеры, какие-то листовки, какие-то брошюры. Они предлагают очистители воздуха, и мы действительно у них напокупали много всего. И стиральный порошок, и очиститель воздуха, и значит этот самый, да много всякой техники. Все это сетевые компании, фильтры разные. Зачем я это рассказываю? Времена поменялись. Раньше люди работали исключительно в одной компании,
И компания очень четко и жестко следила за тем, чтобы люди не перебегали в другую. И все эти границы были строго охраняемы. Переход в другую компанию тайный означал, что тебя с позором изгонят. Сегодня времена поменялись, границы размылись, интернет, новые средства коммуникации, ситуация на рынке другая, повсеместно все сетевики в массе своей. И поэтому многие действуют и там, и сям. Но я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вы никогда, никогда не найдете ни одного успешного дистрибьютора, партнера какой-нибудь компании, который зарабатывал бы приличные деньги, несколько тысяч долларов хотя бы, и работал еще в какой-то другой компании. Если вы знаете человека, который будет работать в двух, в трех компаниях, в четырех, то знаете, этот человек весь в долгах, у него не растет структура, а если растет, то толку мало. Никто не запрещает, и люди пользуются этой возможностью работать в нескольких компаниях, но это не приводит к результату. Как все в жизни требует концентрации, так же и в нашем бизнесе. Выбери компанию, сконцентрируй усилия и работай в одном месте. Если ты будешь действовать по-другому, ничего у тебя не получится. Желаю тебе удачи, подумай над этим.